Здорово, хулиганы, как ваш ничего, с вами снова Ирандук. Мы продолжаем проходить комплекс Doom с Legendary комплекс аддоном, с кластерфаком на картах Doom, TNT Revolution. Мы застряли на уровне Anubis, и мы до сих пор не можем его пройти. Это просто жутко расстраивает лично меня, и я не знаю, опаньки, чего делать. Клавиатура начинает меня немножечко разочаровывать, но это уже со временем, время ее не щадит. Переключение между раскладками становится все проблематичней. Ну да ладно, пусть это нас не волнует. Ух ты, красная карточка, надо взять. Ух ты, ловушка. Надо убежать от нее. Ну, не ожидал я красную карточку там увидеть. Быстро, кстати, совершенно ничто не предвещало беды, так сказать. Так, где у нас ближайшая стопе? Какие кластерфакс? Кластерфак. Во. Где у нас красная дверь ближайшая? А, вон. Все, понятно. Вперед и с песнями. Ага. По идее, сейчас должна проясниться загадка. У этого уровня, в смысле. Порой мы сейчас уже убежать должны с него. А. Да ладно. Почти выбрался, считай. Я уже чувствую запах свободы. Отдай синюю карточку, мразь. И что? Что я открыл? Это нифига не объясняет. Отстой. Наверное, здесь что-то, да? Синяя карточка, ребята. Ну, давайте. Ну, йоу. Синяя карточка. Да, где-то там, как в старом добром Хексен. Где-то там на карте семи порталов открылась какая-то дверь, или там перестала заедать какая-то кнопка. Надеюсь, ты рад. И просто игрок чувствует, как он солоноватый вкус во рту. Игрок в Хексен. А почему? Потому что он тихо плачет, и я сам этого не понимаю. Потому что наказывает. Так легендарников нету, просто пушечное мясо. Это вам, ребята, разъяренная ракетница. Наслаждайтесь. Каждой сраной ракетой. Так. О, зачем мы это делаем? Вот. Переключимся на слакс. Который похож на мелту. Ребят, синюю карточку. Я был терпеливым, добрым и покладистым, но... Черт подери. Либо синяя карточка, либо я тут всех взорву. Спасибо за стероиды, давно их не принимал. Думал, слез с них наконец-то. А нет. Стероиды вернут меня в нормальное русло жизни, где я всех убиваю. Да, чизи. Так, где-то там что-то шумит, но теперь из-за красного неба я ни хрена не различаю цвета. Интересно, слишком агрессивные эмоциональные люди также в жизни видят все в красном. Ни хрена. Блин, ну тебе искать, где там что открылось. Где? Черт возьми. Секреты. Вау. Да ну нафиг. Не, ну что ж ты творишь, падла? Надо игру сохранить, не делать глупости и боли. Здрасте. Синяя карточка, спасибо. Я с радостью ее возьму. Это что за хрыч? Не знаю, вот там еще гранат сверху. Живучий падла. Здрасте. Здрасте, здрасте.
Послан. Вы все посланы. У вас нет права на ничто, грубо говоря. Опа, секрет, который показывает свет, который отходит от окна. Как мило. Я бы никогда бы не в жизни не угадал бы. Воу, это что за хрыч? Ангелион. Вам всем нужно умереть. Хоть увлекательно стало, ненадолго. Классно, спрячем в ловушке ревенанта, будет весело. Еще один ревенант, и... Как три шкатулки, что ли? Окей. Так. Шелс. Как вам шелс, ребятки? So, bitches, what's up? Меня решили остановить перед выходом. Эта версия «ты не пройдешь от демона везде». Фак. Минус криодемон. Ладно, куда там всматываться, я уже... Мне уже поднадоел этот уровень. Мне уже поднадоели арквайлы, которые выскакивают и не понять зачем на меня, когда уже понятно, что все кончилось. Что яйцо уже. А ну все, вроде сюда идем. Жух. Да, вроде все, на выходе. Все. Да что же это такое? У меня есть синяя карточка, собака. Открой дверь. Это что, где-то надо нажать было в определенном месте? Ах, как я это не люблю, а? Вы б знали, как я это не люблю. Ладно, поищем, где здесь есть синяя... Какая-то дверь сраная, которую я забыл нажать. Книга. Благодарю. Спасибо за добавочные патроны. Не откажусь. Здесь где-то что-то есть, быть может. На этом сраном уровне. Не понять зачем. У меня появилось такое скрытое желание взять и пройти через стены, чтобы не мучаться. Типа я тут всех убил практически. Осталось там монстров 20. Все. Ладно, опять поиграем в Индиану Джонса, полезем в самую задницу этого храма. Нам не трудно, вы что? Ну что вы? Нам совсем не трудно. Так, что тут было? Побоище местного масштаба. Мы тут уже были. Вот, опять, вот что? Как это открывать? У меня есть синяя карточка, черт. Ладно. Тун-тун-тун. Задрала эта музыка уже пианиновая. О! Неоновые рыцари от Black Sabbath. Ту-ру-ру. Так, нажали эту хрень. Потом побежали к угловой лестнице. Круговой. Нажали эту херню. Пролезли сюда. Пройдемся еще раз по всем нашим... местам боевой славы. Может, мы что-то забыли?
что это было. Ой, сраный Canon мод. Кого же не убивать с ним? Хоть есть кого завалить. Пипец, я уже мог дырку проделать. О, только нет этот купростул. Здрасте. Здрасте. Кто мне расскажет, что здесь происходит, тому ничего не будет. Окей. Ну, мы все уже пооткрываем. Иметь совесть, игра. Опа, это что такое? Ясно. Очевидно, то есть та кнопка, которая, по идее, должна открыть все синие костыли на уровне. Я вам не мешаю, ребят. Вы можете махать друг с другом. Я ж за любую движуху в этом плане. Оу, мать твою, что ж ты летаешь? Ай. Что летает, походу. Кардинал темный летал, отлетался. Хоть не легендарный, уже радует. Друзья, полагаю, вы не против, если я нажму на эту сраную кнопку и смою с этого сраного уровня. Я даже не придерусь к тому, что вы ее сгадили. О, ледяной БФГ своей кровью. Где-то что-то открывается, да? По идее, да, я думаю, что это и было сигналом того, что все, пора уже сматываться с этого уровня. А, есть, спасибо. Нахрена мне была синяя карточка в таком случае? Я не знаю, падаем в какую-то черную непонятную дырень. А, Думис закончен. Следующий уровень... Devil's Den. Знакомая музычка. Знакомый уровень. Ожидайте подлянок, хулиганы. Что-то мне не нравится этот спуск вниз. Ну раз, TNT, спасибо. Иди в жопу, еще раз. И все? Эта дверь не открывается, черт возьми. Тут ничего не открывается. Что вы имели этим в виду? Миди гитарные соло, это круто. Тут мы все открыли. Куда идти, блин? Музыка хорошая, но куда идти, черт подери? А, во! Что-то не доверяю этому полету вниз. Ну, можно попробовать, но я подозреваю, зачем все это кончится. Жух! А, я же забыл. Мы же играем за мазафакинг Думгая. Ему на все эти высоты класть с прибором.
Хоть мелкая сошка. О! Кто там так громко ходит? Перестаньте двигать табуретками. Вы захренят задница. Ман. Какая демон с БФГ-хой в зубах. Кто еще против меня? Какое интересное место. Как нет. Так. Что-то... Что здесь происходит? Сюда, дойти. Неважно. Это поломный телек, что ли? Ха! Ладно, это все весело, но куда идти-то, ё-моё? Блин, эти платформы с ума сводят. Так, опять непонятно чего. Бывает. Кто в меня стреляет? Сержанта была сверхшита. Ух ты. Секрет. Ух ты. Легендарный. А, ну, нормально все. Тут ничего интересного. Только кроме факта, что я опять на стероидах. Уже опять по приборам идем, ё-моё. Ух ты, какой милый комплекс. Ой-ой-ой, что я нажал? Так, меня опять подбрасывают тарквайлы сраные. О, понимаете, меня замедляют, пытаются чем-то что-то поджарить. Задрал, ну... Как только начинаешь прикрывать эту вечеринку, блин, наркоманскую, начинаю сразу стрелять парквайл именно. Шел он. Сейчас я подымусь, погодите, сейчас я подымусь, и будет вам на орехи. Блин, это уже начинает надоедать. Где, черт возьми? Я тут был, это плохое место. Как бы наверх попасть в этот клуб этот карточный? Там что, одни арквайлы вообще в принципе? Понимаете, сколько непрактичных клубов? Сейчас бы бочку поставить или еще что-нибудь. Ломая все правила, мы решили жульничать. И что? А что я тут забыл? Окей. Что за задница? И тут нам напоминают, что нам еще ключи нужны. Давайте-ка что-нибудь еще поставлю.
Что тут делать? Мне нравится дизайн, но что тут делать, серьезно? Опа, у меня меч. Отлично. Самое время притвориться средневековым рыцарем, блин. Ну или просто хреном доспехах с мечом. Какой из меня рыцарь? Так. Что дальше? Ну вот он, я вышел. Прочь из моей жизни. Блин. Даже не знаю. Нет. Такое ощущение, что я тут уже был. А, ну да, это нормальное ощущение у меня. Когда я играю на длинных уровнях и не понимаю, когда хоть что-то пойдет так, как я хочу. Хрен там. Ладненько. Так, тут какая-то яма смерти, блин, мы там уже были. Тут не пропрыгнешься вообще. Это неприятные новости. Спасибо за сферу ускорения. Она мне ни к чему. О, да там люди чувствуют, что не уйдутся никак. Ну ладно, сейчас поможем. Че, ребят, все еще хотите мне испортить жизнь? Что это за хрен? Надо посмотреть поближе его. Окей, что открывает этот сраный рычаг? Опять же, я уже забыл. Кто-то очень дерзкий, как понял. Фу. И опять же, сейчас пройдемся и опять увидим что-то новое. Ну ладно, будем напрягать свои мозги в следующем эпизоде. Так что, хулиганы, с вами был Айрон Друг. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. До скорого!